Солнце, озеро, теплая погода и чарующая природа – все, что нужно для отличного отдыха. Об этом не понаслышке знает каждый, а особенно студенты, преподаватели и сотрудники ЮРГУ. Ведь из года в год они проводят лето в спортивно-оздоровительном комплексе университета, который расположен на берегу озера Большой Сунукуль. Сегодня повезет! Пусть сегодня повезет! В этом году комплекс отпраздновал 60-летний юбилей. Торжество началось с самого утра. Гостям была предложена концертная программа сразу на трех площадках. В детском лагере «Березка» вожатые продемонстрировали сотрудникам и ректорату университета, как проходит Орлеанский круг. О, мечты ворвутся в реальность, снова отменим проблемы долой, и улетим туда, где лето никогда не кончалось. В студенческом лагере «Олимп» гости посетили площадку 360, где окунулись в мир золотого студенчества. Завершением основной программы стала база отдыха «Наука». Там прошло вручение грамот сотрудникам за вклад в развитие комплекса. Неофициальная часть праздника началась с поедания ухи под сопровождение песен под гитару на берегу озера. За всю свою многолетнюю историю спортивно-оздоровительный комплекс ЮРГУ значительно изменился. Директор СОКа Расима Фахардинова рассказала о том, каким образом его модернизировали. С 58 года он как? Вначале, значит, был палаточный город. Стояли палатки. Что в студенческом лагере палатки были, ну, очень большие. В Олимпе у нас происходило так. После палаток тоже так же эти домики начали строить. На количество 4-6 студентов. Потом эти домики утеплялись. Сейчас они тоже произошел хороший ремонт, покраска этих домиков. В пионерском лагере у нас остались те же корпуса, но мы тогда туда добавили веранды. Там не было веранд. Вообще не было. Сделали большие пристрои, веранды. Теперь они у нас утепленные, поэтому у нас и корпуса теплые, и веранды теплые. И дети очень радуются, несмотря даже вот на то, что лето было 18-го года, очень холодный июнь месяц. У нас ни один ребенок не заболел, ни один ребенок не уехал. Специально к юбилею установлен памятный камень, символизирующий крепкую и непоколебимую историю спортивно-оздоровительного комплекса. На его церемонии открытия присутствовали гости и сотрудники ЮРГУ. Все лучшие поздравления, они связаны с тем, чтобы у людей, которые здесь работают, было здоровье, было желание работать, была энергичность и участие к тем задачам, которые функционально они выполняют. По словам сотрудников комплекса, планируется реконструкция некоторых объектов на его территории. Поэтому и зимой, и летом отдыхать в СОК ЮРГУ будет не только приятно, но еще более комфортно.